вас на своем канале Love Parfum. С вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог. В прошлом обзоре, это был обзор на новый аромат от Oxymoron Y, я спросил у вас, ребята, на что хотите обзор, на Love Jazz или же на Opium. И большинство в комментариях написали на Opium, поэтому этот обзор про Opium. Совершенно новенькие упаковочки, куплен где-то был в 1000... Вышел в 95-м году аромат, а куплен был в 2014-м. По сей день он продается, но продается очень редко и не во всех магазинах. Так как аромат на данный момент не так востребован, как был востребован ранее в 90-м. Я давно с ней познакомился, говорят, что сейчас опиум не такой. Возможно, это так, потому что вот этот опиум я наношу, он не такой стойкий, не такой шлейфовый, как должен быть на самом деле. Давайте его откроем. Вот, красавчик. Конечно, поближе посмотрите на него. Конечно, мне немножко не нравится, что он остался таким же стариком, как и был. Ничего не поменялось. Все та же пластиковая крышка. И просто такая, как-то она выглядит очень дешево, некрасиво. И вот тут вот все вот так шатается. Хлипко все, люфт такой легкий. Opium Pour Homme Oxymoron в туалетной воде. Концентрации. Насколько я знаю, по-моему, есть в двух объемах. Это вот 100, это сейчас в моей руке 100 и 50 мм меньше. 30-ки я, по-моему, видел, но, может быть, она и есть. Не буду выбирать. Нанесем на кожу. Тут еще такой мощный пульверизатор, он так разбрызгивает. Вообще, это очень культовый аромат, это очень популярный аромат. История опиумов вообще началась с женского, конечно, аромата. И в то время, когда она началась, был большой резонанс. Название «Опиум» — это очень такое громкое, да, название. И в некоторых странах даже запрещали продавать этот аромат, так как это пропаганда просто-напросто наркоты, наркотиков. Но сейчас все просто, сейчас все можно, и поэтому разрешено продавать. И «Опиум» сейчас куча всяких разных. Ну, мужского, по крайней мере, нет. Я надеюсь, что, скорее всего, ну, я сам жду новый опиум, может быть, Black Opium, да, как в паре к женскому. Потому что Вайн мне вообще не порадовал никак. И я думаю, если опиум выйдет, будет переиздание, то это будет тоже какая-то бомба. У меня вот ассоциация с этим ароматом, это... Так как я люблю очень рок, рок-музыку, это с песни от Агаты Кристи «Опиум». Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить, да? Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить, рит-рит. И сейчас вот в ближайшее время будет концерт. Группа Агаты Кристи, к сожалению, распалась. В этом году, по-моему, 30 лет она отмечает группу. И каждый сам по себе пошел. Вадим своей дорогой, пошел Глеб своей, вот. Раз Вадим приезжает, и, наверное, скорее всего, я думаю, что он знает про этот аромат. А, вот здесь, кстати, все равно. И, скорее всего, я его ему подарю. Я просто уже такая традиция дарить ароматы рок-звездам. Диане Арбенине подарил, и смысловой галлюцинации с ним встречался, тоже дарил ему два аромата. Наверное, этот тоже пойдет Вадиму. Думаю, будет он рад. Ну, что-то он таким чем-то древесным пользуется. Не спросил этой встречи, но вот обязательно сейчас спрошу. Будет встреча, и, возможно, я подарю, конечно. Возможно, нет. Ну, почему подарю? Потому что он, безусловно, очень красивый аромат. Он очень такой бальзамический, он очень мягкий. Как я уже, да, сказал, культовый, восточный. Он, кстати, там Ford даст, наверное, ароматом. Сершитан даже нишем в мире. То, что что-то такое здесь есть. Это настоящий аромат, его можно сравнить... с такими ароматами, как Dolce & Gabbana Pour Homme. Это от марки Givenchy Gentleman. Это Egoist от марки Chanel. Вот такие ароматы. High Ranger, по-моему, есть у марки Dior. В общем, это ароматы того времени. Вообще, Saint Laurent, он, можно сказать, в тройке лидеров. На первом месте Dom Chanel лидирует вообще в ароматах и везде в целом.
На втором месте такой дом, как Christian Dior. И вот третье место занимает Saint Laurent. Это очень тоже круто. Поэтому это вообще стоящие бренды. Присмотритесь к ним, посмотрите на них. Очень популярные во всем мире по сей день. Но вот аромат, к сожалению, не пользуются этим, ну, таким спросом. У них пором аромат Лем называется, да, и Saint Laurent. У меня тоже на него есть обзор, кто еще не видел, посмотрите. Он вот на данный момент самый популярный аромат в марке Saint Laurent. Это уже такая классика. Восточная, восточная, превосточная. Ну, говорят, что вот он гораздо стойчивее шлейфелей, но вот на моей коже это буквально 4 часа, и вот он быстро исчезает. Парфюмером аромата является Жак Кавалье, такой достаточно тоже известный парфюмер, много работ. И вообще вот опиум, название такое в марке Saint Laurent, это визитная карточка. Как у марки Шанель, да, есть номер 5, это визитная карточка, то у марки Yves Saint Laurent опиум название, это визитная карточка, это реально так. Потому что вокруг него столько было шума, благодаря этим ароматам бренд просто вообще возрос. Ну, не только благодаря этим ароматам, но в частности от этого резонанса, который был в то время, что опиум, что там делать, это вообще невозможно, зачем вы это сделали. Но Yves Saint Laurent не боялся, он делал, и вообще просто круто. Все-таки, наверное, этот аромат подойдет уже для тех, кто разбирается в ароматах, кто ценит парфюмерию, у кого уже было много всякой разной парфюмерии, так как новички и молодежь, я думаю, его не оценят. Почему я как бы с ним хочу расстаться? Я понимаю, что это, конечно, суперский аромат, но я как-то так сильно прям не такой парфюманьяк, я не коллекционирую там тонны парфюма, у меня есть вот парочка там стоит и все. И зачастую одни и те же. Ну что, давайте немножко поговорим о нотах. И верх у нас открывает черная смородина и звездчатый анис. Вот черная смородина очень далеко слышно. Анис как-то вот все-таки ближе, теплее. В середине мы можем слышать черный перец и галанга. Галанга — это такая нота, это рот. Родственник имбиря, можно сказать, тот же имбирь. И в самом шлейфе мы можем слышать бальзам, ноты бальзама, кедр и бурбонская ваниль. Вот бурбонская ваниль, ему такой этот восточный сладкий оттенок. Вот такой вот у нас, в общем, был обзор на Yves Saint Laurent. Попробую, может быть, я еще лайв-джаз записать. Обзор на лайв-джаз посмотрим, либо что-то из новинок, наверное, запишу. Кстати, напоминаю, что был конкурс, с конкурсом я немножко протянул, да и вообще с видео протянул, у меня была напряженная неделя, и просто не доходили руки до обзоров. Вот хоть что-то я вам наконец-то записал, потому что уже совершенно давно ничего нового не выкладывал, как последний раз новинку Вай, и все. И как-то, ну и почему-то очень мало просмотров, очень мало лайков и комментариев, где вы все, скажите мне. Просто еще это я смотрю, захожу вечером, у меня есть там небольшие, там, да, буквально там 10-5 минут, чтобы зайти в интернет, посмотреть комментарии, ответить вам всем на них. И как-то в последнее время вообще тишина на Ютубе, и это самая меня тишина, да, не мотивирует на какие-то новые обзоры, на какие-то новые рассказы вам, так как я не вижу, вот, где вы все, аудитория нужна. А то иначе для кого рассказывать, для кого это все делать, для кого искать время, читать информацию, рассказывать. Поэтому, ребят, огромная просьба, поставьте лайк, напишите любой абсолютно комментарий, мне будет приятно, я буду видеть, что вы живы, что вы есть, что вы, в общем, на моем канале, что вы смотрите меня по-прежнему. И это тем самым я буду... И это тем самым... Тем самым я буду рад. Вот. Так, что касается конкурса, да, прямо сейчас мы посмотрим, кто же выиграл майку от марки Kenzo. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, там я всегда выкладываю в основном видеоролики на ароматы и, конечно, какие-то фотографии, и вы можете по инстаграму ориентироваться, какие будут ролики, да, в ближайшее время, какие будут обзоры, какие ароматы. Вот. Ну и так отвечу на пару комментариев. Вообще вот этот месяц как-то начался напряжно. Какие-то плохие комментарии, хейтеры вокруг.
Не, просто я смеюсь над ними, конечно, но... Конечно, я стараюсь улучшить как-то видео, но пока у меня нет просто возможности и средств на то, чтобы улучшить как-то контент. У меня вот лежит тут хромакей, вот эта задняя стена должна быть хромакеем, но мне нужно для этого апгрейдить компьютер. Это очень сейчас все стоит денег, а просмотры пока мне ничего не приносят. Как только я начну немножко получать какую-то прибыль, да, от своего канала, я, конечно же, все установлю себе хромакей, буду делать классные анимации позади себя. Это все вообще у меня в мечтах, я очень прям мечтаю вот выйти на такой прям хороший уровень, чтобы такого не было, да, еще контента, именно вот что касается именно парфюмерии, да, парфюмерных обзоров и блогов. Хочу занять эту нишу, быть первым во всем, чтобы добавлять что-то, вот убирать, пробовать. Конечно, да, у меня нет микрофона, и комментарий такой пришел, что неприятно тебя слушать, что звуки пропадают, то так, то сяк. Я, конечно, согласен с этим. У меня тут тоже уже камера Sony, но достаточно старенькая. И микрофона тоже, как бы, у меня нету, и надо, он очень стоит приличных денег. Радиомикрофон. В общем, тут надо очень много всего постараться сделать. Поэтому, если... Благодаря вам, наверное, да, я это все смогу сделать. Поэтому ставьте лайки, смотрите мой канал, рекомендуйте мой канал, добавляйтесь на мой канал, добавляйте ролики себе. И все это мне поможет как-то дальше продвигаться и развивать свой канал. В общем, извините, что так долго затянул, но немножко вот как-то хотел с вами поговорить. Пишите, может быть, хотели бы увидеть какие-то прямые эфиры в Инстаграм, чтобы я выходил, могли бы с вами на такие темы поговорить, какие-то, да, там, технические вопросы какие-то обсудить. Потом мне просто пишите в комментарии, вот лучше это, не могу я пока улучшить это или улучшить то. Просто не могу. Как только, так сразу. В общем, рад был всех видеть. Что ж, всем пока. Немножко запоздал с конкурсом, сегодня уже 5 февраля, но ничего страшного. Прямо сейчас мы узнаем, кому же достанется майка от марки Kenzo. Конкурс на видео было «Новогодний таз. Радует глаз. Выпуск 15». Копируем ссылку, вставляем в приложение Лизионер и узнаем нашего обладателя майки. Кто же ты? Раз, два, три, барабанная дробь. И это становится конкурс новый. Спасибо, с Новым годом. Тартофея у нас забирает майку, она тут и лайк поставила, в общем, и является подписчиком моего канала, поэтому поздравляю тебя. Напиши мне обязательно в Инстаграм, либо ВКонтакт, либо куда-нибудь еще, для того, чтобы я с тобой связался и вручил тебе майку. Поздравляю еще раз тебя. Je nous regarde longtemps. Opium. Je suis femme. Tu es homme. Toi, j'ai le vertige. Et moi, penchée sur toi, je connais, je crois ce que tu sens. C'est notre secret. Et c'est toi qui le portes. Opium pour homme. Le nouveau parfum d'Yves Saint Laurent.